Здравствуйте! Санаторий Ясельда расширяет возможности в оказании косметических услуг. Сегодня расскажем о карбокситерапии лица, шеи, зоны декольте. Это разновидность эстетической мезотерапии. С помощью специального аппарата подкожно вводится медицинский углекислый газ. Осуществляется коррекция угревой сыпи, морщин, растяжек, следов хирургического вмешательства, потери кожи упругости и эластичности. В основе метода карбокситерапии лежит эффект Бора, суть которого заключается в способности окиси углерода оказывать влияние на концентрацию кислорода в крови. Спустя 30 минут после сеанса клетки кожи просыпаются и начинают реагировать на стрессовую ситуацию резким усилением кровообращения. Воздействие СО2 запускает процесс восстановления и омоложения кожи, проявляется выраженный противовоспалительный эффект, нормализация трофики, стимуляция фибробластов, ответственных за выработку коллагена, укрепляется дермальный матрикс, уменьшается подкожно-жировая клетчатка. Небольшой дискомфорт длится 3-5 минут, может появиться небольшая припухлость. Не рекомендуется мочить места инъекции в течение 4 часов, не следует плавать, посещать сауну, перегревать или переохлаждать кожу, пока исчезнут покраснения и отек ткани. Для хорошего эффекта желательно проводить сеансы каждые 2-4 недели. Желаем красоты и здоровья! Запись по телефону 8 029 306 35 32.